Да, слушай, джипу тяжко поворачивать. Джипу тяжко поворачивать. Гор могут быть только горы. Да, джип сильно тормозит наше продвижение к водопаду. Хотя мы вроде никуда и не торопимся. Как место называется? Как место называется? Не знаю.
Ну, водопад точно Султан. А, Джилсу. Джилсу. Смотри, мы прямо вниз долины едем. Прямо к реке. Да, от джипа очень сильный запах горелых колодок. Нет, я слышу только джип. Наверное, у нас. Вот для чего на джипах приезжают, чтобы туда ездить. Река Малка. Ну да. Нифига себе. Это было круто. Ограничения сняты, валите. Ну ладно, мы тоже не торопимся. Зато солнце, видишь, спадает по этим. О, Эльбрус, смотри, немного освободился от. Смотри, одну только эту видно гору.
на первой передаче закладывать-то не очень. Джигиты. Блин. Быстро. Да. С ружьем. Человек на лошади с ружьем. Но в чехле. Подожди-ка. А куда вообще... Да, это вообще все течет. Нет. А далеко еще ехать-то? Ну вот водопад и Инджелсу. Спасибо.
Эльбрус как блестит, да? А сюда нельзя заезжать, да? А? Че-че? Да. Блин, нам как-нибудь поставить мотоцикл, блин, тяжело. Можно прямо здесь? А здесь надо бросать или туда дальше ехать? Блин, давай это пару минут, он не заведется. Боюсь, не заведется. Он уже видел. Есть 5 минут же у нас? Может,